Так, доброго дня всем нашим подписчикам, гостям нашего канала. Вот хочу показать. Наконец-то уточка села на яйцо. Неслись они в это гнездо, мне кажется, не одна, а несколько. И вот несколько дней она уже готовилась, все собиралась, присматривалась к гнезду. Все пуху гнездо. Нарвала столько пуха. Вот сегодня поставила ей покушать и попить. И поближе подходить я боюсь. Так как какая-то она пугливая очень. Так, ну из этого мои молодые петушки из ящика сделали себе насест. Вот я нашла индюшиное яйцо. Почему-то на земле. Не знаю, почему она решила снести гнездо, яйцо на земле. Так, и вот еще что я нашла. Вот. Вот тоже какая-то из уточек собирается сесть на яйцо. Значит, сегодня надо будет записать число, какого числа они у меня сели. И надо будет подкармливать их. И вот так вот будут они у меня сидеть и высиживать. Я надеюсь на это очень. Посмотрим, что получится. Все увидим. Все покажу. Вот нашли место, где сделать насест. Молодые петушки остались тут на ночь вчера. А вот это вот яйцо, не знаю, которое из них снесла. Вот такие новости на сегодня. Всем пока, всем до свидания. Всего доброго.